Давайте посмотрим еще один тур. Если у нас хватит здесь места записать. Прямо нон-стоп у нас получается. С Катюшей мы приехали. Катюша тоже ожидает. Наверное, часов 8 закончится сегодня 4 тура. Турнир памяти Марата Геллера. Это уже 10-й турнир. Каждый год проводящийся.
Thank you.
что в этой школе когда-то Андрей был директором. Тоже делают дорожки. Вячеслав Антонович Полянский. Ой, я держусь. Знаете, расскажите. Расскажите, как вы участвуете? Расскажи ты, милая, где была. Да. Расскажи, Снегурочка, как дела? Вячеслав Антоновичу в этом году исполнится 78 лет. Ветеран шашечного движения. Понимаешь, что самое? Я вот боюсь, смотрю, там звезды херово сходятся. Так смотрю, уже не выхожу из дома. Говорит. Сегодня идет 10-й традиционный турнир памяти Марата Семеновича Геллера. И вот один из толпов Белорусской шашечной школы, мастер спорта Вячеслав Антонович Полянский, которому в этом году исполнится 78 лет, играйте в шашки, тоже будете долго, является участником этого турнира. Вячеслав Антонович, как настроение, самочувствие? Держусь, буду держаться. А вот вспомните, вот, когда вы с Маратом Семеновичем встретились первый раз? Первый раз помню, 63 года назад, 1955 год, мы впервые с ним встретились, полуфинал Минска. Расскажу такую историю интересную про него сам. Только погромче говорите, да, пожалуйста. Это, мы занимались в кружке у Бильского и Самойловича. Марат Семенович, мы много, Юра Фандер, там много шашистов. Вот нас сказал, он говорит, придите, хорошо одетые, в галстучках там пионерских, в белой рубашечке самое, что-то будет такое. Ну мы пришли. И Бильский так языком, как это, Левитана, голос таким. Ребята, сегодня Москва присвоила Геллеру звание кандидата в мастера. Мы все там, господи, кандидата в мастера. Я там еле-еле третий разряд выполнил. Космос какой-то. А тут думаю, это еще не был космонавтом. Тут где-то возле Бога там, кандидата в мастера самое. Ну вот, и как были раньше, как тяжело доставали звание раньше. Кандидат в мастера 16 лет. В 17 он стал чемпионом Советского Союза среди юношей. А в 56-м в командном чемпионате они первое место тоже заняли, команда Беларуси. Это тоже надо помнить, надо знать. А кто играл за команду, помните? За команду играли, да. Леня Семенов, Марат Геллер, Володя Дашкевич, Витя Приятин, кстати, еще живой. И Володя Дракович на пятой доске. 5 человек они заняли. Первое место заняли в Ростове-на-Дону в 56-м году. Это тоже большой успех для Беларуси. После этого шашки тоже как бы стали развиваться. Большой толчок тоже дало, был чемпионат Советского Союза, второй был по 100 лет с шашкам в 55 году в Минске. Да, это для шашки было большой толчок самое. Но... Вот Вячеслав Антонович говорит, что раньше в этой школе... После войны в этой школе, в этом здании был кинотеатр «Беларусь». Вот здесь заходили сюда, здесь заходили, поднимались на второй этаж. После окончания там была лестница на улицу железная, и с ней спускались по железной лестнице. Я ходил, это 55-54 год, ходили сюда в кинотеатр. Это, больше тут не было кинотеатра. Потом уже построили в скверике кинотеатр «Беларусь», уже другой, это закрыли, и вот сейчас это шахматно-шашечная школа здесь. Которую тоже хотят отсюда снести, потому что место очень хорошее, место, в центре города. Центр города. И здание уже очень-очень старое. Что тут было, Андрей? Синагога? Ну, изначально тут был дом товарища Зальцмана, который продавал мясо. Вообще, это уникальное строение, потому что вот это здание в этом году, часть этого здания, скажем так, с тех пор оно достраивалось, потому что изначально оно было одноэтажное. Вот оно достраивалось. После революции, значит, в 1840-м оно было построено, в конце 19 века тут была синагога еврейская. На первом этаже находилась. Вот. После Октябрьской революции здание передали спортклубу хлебозавода. Вот, хлебозавода уже сейчас переносят из центра города. Вот. Был спортклуб хлебозавода. Во время Великой Отечественной войны тут был тоже кинотеатр. Вот, у меня прислали уникальную фотографию, где в это здание немцы ходят, обвешано свастиками и написано «Солдатам кино». Кино для солдатов было. Вот. После того, как кинотеатр отсюда перенесли, здесь был Дом пионеров центрального района, видимо. Вот. И после того, как Дом пионеров отсюда переехал, передали это здание шахматно-шашечной школе, которая до сих пор здесь находится, с 1973 года. Да, скоро будет, ну, в этом году 45 лет. Здесь находится шахматно-шашечная школа. И надо сказать, что очень удачно передали здание, потому что в стенах этой школы выросли такие известные шашечные чемпионки, как Зоя Голубева, Елена Альшуль, Людмила Сахненко, Ирина Пашкевич. Долгие годы здесь с тренером работал Михаил Александрович Кац. Вот,
известнейший белорусский тренер мирового масштаба. Вот. Очень много шахматистов выпустила эта школа. Здесь занимался и Борис Гельфанд, Анастасия Зизюлькина, наши ведущие спортсмены, братья Жигалки также какое-то время здесь занимались. Вот. Так что школа имеет богатые традиции. Я надеюсь, что еще лучшие ученики этой школы вырастут в будущем. А сегодня здесь проходит турнир по шашкам. 10-й юбилейный в памяти Марата Семеновича Геллера, известного белорусского мастера. И неожиданно в нем в этом году впервые участвуют целых 5 международных гроссмейстеров. Ого! Ого! Да, это самый, так сказать, титулованный турнир. Самый за все годы, да? За все годы, да. Кроме этого, еще играет там несколько международных мастеров. Ведущие юные спортсмены, ветераны спорта играют. Так что очень интересный турнир удалось в этом году организовать.